Хочешь – верь, хочешь – не верь, а дело было так. В общем, получилась такая история. Я просматривал видео своих подписчиков, вернее, на кого я подписан, и натолкнулся на канале «На крючке 32 Брянск», натолкнулся на видео с розыгрыша. Тун-тун-тун. Странно. Я, видимо, где-то в самом конце списка. А может и нет. Ну, что могу сказать. Список-то кончается. А где же на крючке 32? Уголок рыболова даже есть. Просто о рыбалке тоже мы с ним дружим. Что-то я пока не могу себе найти. Интересно, что ж такое-то. Прямо удивительно. Это видео для канала «На крючке 32 Брянск». Если вы видите, то я на вас подписан с колокольчиком. Вот мои просмотры. Так, мне подсказывают перейти в его творческую студию. Да, всем привет, ребят. Ну, интересно, творческая студия. Где именно в творческой студии там его искать? А вот это мы сейчас и покажем. Вариант 1. В правом верхнем углу кликаем по иконке своего канала, затем по надписи «Творческая студия». Вариант 2. Кликаем по иконке своего канала, затем по надписи «Мой канал», и уже на странице «Мой канал» давим на кнопку «Творческая студия». После этого, с левой стороны страницы нажимаем по надписи «Сообщество». Затем по надписи «Подписчики». Все, смотрим своих подписчиков, но только тех, у кого открыты подписки. Подписчики, у которых закрыты подписки, ни здесь, ни где-либо еще не отображаются. Заходим на канал Виктора Вещука РТВ. Открываем раздел «Каналы» и смотрим себя. Смотрим, 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 и видим, меня там нет. Все пропало, я убью его, я вам... Спокойно, только не волноваться. Все болезни от нервов, одна гонорея от удовольствия. Заходим на свой канал в раздел «Подписчики». Ищем, и облегченно вздыхаем. Еще бывает и так, там на канале есть, а у меня нет. Это все проделки Ютуба Шапокляк. На этом все, всем пока.